по очень интересному поводу. У нас в гостях замечательный человек, автор, исполнитель, поэт с очень интересной судьбой, с очень интересным творчеством, человек, тонко чувствующий этот мир, кроме всего прочего, умеющий во всех красках донести это до окружающих. Ну, я многом рассказывать про него не буду, он, если захочет, рассказывать сам про себя, своими песнями, метакомментариями. Итак, встречай. Игорь Белый, город Москва. Здравствуйте, дорогие люди. Спасибо, что вы сегодня пришли на этот концерт. Спасибо организаторам этого концерта, хозяевам этого большущего зала. Меня зовут Игорь Белый. Как совсем не сказал, я пишу песни, стихи и иногда их исполняю в разных местах. Вот, например, как сегодня. Я небольшой умелец говорить каких-то долгих комментариев песни, но по мере того, как концерт будет идти, я постараюсь немножко рассказывать о себе, о разных своих других музыкальных проектах, не только о своих, выступлениях. Концерт будет в двух небольших отделениях, это не будет перерыв. И отделения будут небольшие, потому что, оказалось, мы ограничены во времени, мы будем очень, очень компактно все это сделать. А я вчера, когда выступал в Харькове, я не рассчитал времени, отвык вообще от фильма «Разбитой» и размахал первое отделение на полтора часа, чем несказанно удивил всех зрителей и самого себя. Поэтому пришлось сворачиваться. Первая песня называется «Баллада о том, что все люди умеют летать». Это посвящение Михаилу Анчарову. Достав чистый лист бумаги и глядя куда-то дальше, поэт написал семь строчек, не зная пока о чем. Не кроночная лампа, и кто-то поет, товарищ, давай же в продолжение. Поэт достаточно
достает бумагу и ищет карандаши. Хорошо ли слышно? Все нормально? Что не так? Песенка, которая была однажды написана на заказ, следующая. Она была написана по просьбе руководителя Московского еврейского театра Александра Семеновича Ленбука. Для мюзикла, который лет 7 или 8 в театре «Шалом», но до сих пор не поставился. Было написано несколько песен по его просьбе, и они как-то висели, а потом расползлись и получили самостоятельное звучание. И вот такая песенка, которая называется «Божьи дурачки». Ни о чем судьбу не просим, ничего не ждем. Снова наступает осень, кровь дождем. Даже протянется дорога, все я заснусь. Никого нет, кроме Бога, чтобы больнись. Топай, не убудет, не драма колос. Отчего-то тоже любит дурачков Господь. Он глазует взгляды сильно к вискам. Все достанется в награду Божьим дурачкам. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Божьим дурачкам. Морозная начнется паром изо рта. Под ногою хрустит дикой новый поворот. Занесенная тропинка дальше придет. Если где останется, то лучше по темнам. Но мелькает словно спицы странным временам. И в любой эпохе видно даже без очков этих странных, безобидных божьих дурачков. Можно жить бесцельно, в чем их секрет? Как бы горе хлеб не вышел, все-таки он был. Если что-то дал Всевышний, значит, не забыл. Холод, голос, злые взгляды, вещи, веточки. Постоянно с Богом рядом Божьи дурачки. Шагах пулемера, а на острове петь заклады, а на острове.
свечение, и шаги отзываются в ухо. Там кричать, гулять священник, вдоль заборов всего берега. И вечер прячется, вытянув шею, за отвалы строительной группы, где труба в полускрытой траншеи пролегла никуда ни откуда. Сквозь нися отдала над гнездом тень крана, и была ему сказниками оригами портовых храм. Проводила ночь полустая, одиноким чартерным рейсом, осторожно переступая светящимся мокрым рельсом, пробудила чуть выше балкона нить прижавшего меридиана. И под утром в глубоких затонах затаилась мата моргана. И такой рассвет за плечами раздувает окно глухо, будто снова был как ночами повстречали. Спасибо. Мне как-то...
ходят в раз. Они же вот так ходят. А это кое. Вот. Я возражал в том смысле, что да, в обычных автомашинах не кролику, но есть крас, большие грузовики. Там они как раз ходят вот так, да, это известно факт. И все да, согласились, что да, очень-очень. Следующая песня называется «Карманный ангел». Кто прячет секрет в глухих закрамах, а кто под подушкой и снится? А я ничего не скрываю в восьмах, мне интересно таиться. Но тайну мою даже при свете дня никто никогда не узнал. Мой ангел в кармане живет у меня и тихо на флейте играет. Уже больше года в карман не возьму предмет тяжелее мужчины. Туда я вколол для комфорта ему под швейной машинки. Смывает мне дождь городские огни и кружится с ним постоянный. Отныне в году лишь по луже дым со мной ты мой ангел карманный. Отзывается жизнь не моей на каждый особенный случай. Любая удача теперь веселей под звуки мажорных трезвучий. Не ладит судьи, болит голова, и почта давно не приходит. На флейте барочно тоскливая тьма карманный ангел выводит. Вчера поздно вечером я повстречал знакомого мне музыканта. В пустом переходе ветровом играл негромко на флейте анданте. Скажи мне, кому ты играешь сейчас, кого ожидаешь награды? Ответил он, скоро экзамен у нас, и мне репетировать надо. Волк ржавеет в карман. Я знаю, что мир наш имеет свой срок, существовать перестанет. Расколется мир, сметут города небесного воинства флаги. И в громких труб я услышу тогда, как славно играет мой ангел. Вас послушать, так можно подумать, что люди вообще перестали жениться и умирать.
И опять вокруг все стихло под палящим летним солнцем, и кузнечик на тропинке незаметно стрекотнул, и поставил третий крест на контрабас, как будто мачту, не по грифу пробежавшись, подытожил разговор. Что, конечно, означает: давайте не будем дрожать, пока зима не пришла. Говорил Рабетти: все, что Господь не делает, все к лучшему. Как же эта музыка звучит, и сам не знаю никого. За улицей местечко, словно нет на лёг свете никого помимо них. Только птицы луговые, да кузнечики на стеблях, да свободный теплый ветер их и слушали тогда. Что, конечно, означает: вы как хотите, раб Менахем, только что все враги Израиля там жили с этими ценами, что у нас на базаре. Поклонились музыканты, и сложившие инструменты разошлись своей дорогой, каждый в сторону свою. Кто-то в луках, кто-то в радугах, кто-то в пинчах по тропинке, но как будто снова слышно над приятной травой. Что, конечно, означает: ах, какие там гусиные шкварки! И, кстати, наш пинцик уже подбивает к линии к хозяйской дочке. Пролетал не его, и столетие сменилось, и не то чтобы околись, никаких местечек нет. Никого там не осталось, фотографии сгорели, камни в землю погрузились, не имел ни точных дат. Что, конечно, означает: что же ты, шлема, злодясь, на Денси берешь ДК, когда там должен стоять Денец? Можно сказать, потому что там, в Китай-городе,
которую вложил на настоящий момент. И это и книжный магазин, это и лавка сувениров, и, там, не знаю, там, чай, кофе, не потанцуем, но ключик домашний. Ну, естественно, концертная площадка, которую я сам для себя сделал. И не только для себя, конечно, но для всех своих друзей, знакомых, для всех коллег по песенному цеху. И вот уже сколько лет? 8,5 лет там почти каждый день проходят концерты. И детские какие-то мероприятия, и мастер-классы, и спектакли, и кинопросмотры. Ну, в общем, если вы даже можете последить за этой культурной жизнью, потому что у нас на сайте и в нашем Фейсбуке идет постоянно живая трансляция всего, что у нас там происходит. Вот, а на Ютубе находится коллекция почти всех концертов, которые там за 8,5 лет были. В общем, это такое вот место правильное. Вот, и много хороших людей там выступало. Но надо меня тормозить, потому что про Гипериона могу рассказывать бесконечно. А песня надо спеть. Китай выход. А на неделе снегопад. Беги, 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 поднявши волос. Сверху снег летит и снизу, с подводничьим хлопом. Черта ворчай на табом, китай бог. Сверху снег летит и снизу, с подводничьим хлопом. Черта ворчай на табом, китай бог. И знай, сколько извести тебя извести. Стиснув смысла, все станутся воскворечье. Повинности на минусе лиски, разбавляя воздух варварской речью. Стоит жарко, дрожал, канал шагла из коня. На стране и коробка чемодана. И на власти корм с дочком пойдет гулять коня. На здоровье китай город чай на табу. И на власти корм с дочком пойдет гулять коня. На здоровье китай город чай на табу. Там неверный знак, тусклых блесток, на серый штурвал китайский ямщик жала. Комиссию китай звездочек крепкий, лейтенант Рен, взлетает по него, светлеющийся с приборка на пригон. Город призрак, город призму, твой китиш повело, город тайну чай на талом китай гор. Город призрак, город призму, твой китиш повело, врата чай на дам и хайкор. Бывает так, что я выступаю не один, я выступаю со своей группой музыкальной. И вот следующая песня, она как раз из репертуара нашей музыкальная группа. Она называется «Звукоукладочная артель». И, в общем, в интернете довольно есть много записей наших выступлений. А песенка называется «Фантазия ре диез». И вот был смешной случай, когда я ее впервые принес своей группе, своим музыкантам, чтобы разучилась. И вот говорю, что вот, ребята, принес песню вам новую, называется «Фантазия Родиес». Надо сказать, что у меня вот, со мной играют не просто музыканты, со мной играют музыканты, у которых есть музыкальное образование. Это вообще очень дорого стоит, у меня его нет, на самом деле. Я вот Валерий так учился. А они все настоящие музыканты, и вот они так услышали название этих песен, так переглянулись, понимающие между собой, или так спрашивают меня, или я понял. Ты вообще знаешь, сколько в тональности Родиес диезов? Я не знал тогда еще. Потому что я так подписываюсь. Они говорят, ты, говорит, Гриев, в тональности ре диез 9 диезов, чтобы ты знал. Играй сам эту песню, говорит, тональности. А мы ее будем играть в ми бемоле. Так мы договорились. Они ее
играю с мимоль, я вроде есть, получается нормально. Фантазия родилась. Легкую по небу облако серебрится, солнце вредя в молитву, так под жары зовет. В этой янтарной капле стрели небесной птицы, ко мне прилетел и нежно сел на руку матрёх. Лёгкий, почти бесцветный, словно на дереве пыльный, от ветерка трещин, замер я не дыша. В чём там душа неясна, только глаза да крылья. Что ты скажи, как жизнь не хочешь, моя душа? Мне отвечает смело Божьей эфемерии, правила на душа собственной немоты. Так что дрожит от ветра и неказисто с виду, хочет представить того же в точности, что и ты. Чтобы день продолжался в радости и сиянии, чтобы была недвижна ласковая вода, чтобы моя надежда встроилась в мироздание, чтобы невольно жёгся выбранной огонь. Мог ты волшебный, как же ты хрупок, если ветер тебя подхватит, скроешься вдалеке. Пусть тебе сон приснится, как ты спишь в этом кресле, пусть не приснится лук, дремлю на твоей руке. Дверь заполняет небо, на горизонте длинный зубчатый полосой, синеет далекий лес. Вот исчезает в тенях, фыркая от морей, город как сон полдневный, фантазия родилась. Таких делах и стоп совсем.
повернуться на бегу, когда тоска чужая стала вдруг моей. И ничего я с ней поделать не могу. Следующая песня называется «Ностальгия». Был у меня случай, когда мне нужно было выправлять какие-то документы, связанные с рождением, то есть свидетельство, то есть что-то еще, и довелось мне съездить в то место, где я родился. Это северное Подмосковье, и там прожили какие-то первые годы. Вот, вроде как, страна детства, да, что-то должно уже происходить. И вот песня, которая называется «Ностальгия». Рандоходы сочерчены горизонтом, час электричка, автобус, потом пешком. Где-то в глубинах памяти выделено, зашевелится воспоминанием. Это рабочий поселок, ударная мафта, в прошлом его основал не царином собой. Здесь я родился, отмечен грустный акт, здесь бездомный детство свое провел. Сию стрибовни, сиючки, известные песни, камушком вызвала ненужности на воде. И не могу совершенно понять, кроме трески. После того, как устроиться в библиотеку, выгонять, снова вернулся в мой завод. Там, где сидим, намотался туда-обратно, книги стопки прогуляют и солнце мят. Что тут надо почувствовать, вероятно, как говорится, этот неловкий момент. Но душа моя так и не знает сноса. Одинок, и в телефон горит.
Маня, 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 мне будка, как колено, сходит на
как он ходит там и не понимает, куда ему нужно идти. И, наконец, он видит, что на платформе стоит огромное кривое зеркало. Страшно большое такое. Отражает главного героя в искаженном виде. И вот Манин такой подходит и говорит: «Здравствуйте». А зеркало ему отвечает человеческим голосом: «До свидания». Манин удивляется. «Но можно мне пройти?» спрашивает. А зеркало ему отвечает: «Надо тебе стоять». После некоторых проб и ошибок Манин понимает, что зеркало отвечает ему антонимом. То есть он переворачивает каждое слово в слово противоположное значение. И Манин решает бороться с этим зеркалом, чтобы его как-то победить. Он начинает ему говорить разные пословицы и поговорки. Например: «Красна изба угла, а человек тела». А зеркало ему отвечает: «Зелена на белой крышке, а мертвец без дверей». И получилось. Хорошо. Еще попробуем. «Навари шапка горит». «Под честным трусы махры». «Без труда не вынешь рыбку из пруда». «Отлей не засунешь и слона в песочницу». Мамия решается спеть этому ужасному кривому зеркалу песенку. Причем такую песенку, которую знают все, и большие, и взрослые. Вот, в смысле, и маленькие, и дети, и родители. А такая песенка, она ровно одна. Это «В лесу родилась елочка». Ее знают все. Все поколения, абсолютно. И мы со всем залом поем песенку про елочку. Уродилась елочка, сова росла, и мой летом стройная, зеленая была. А дальше помните, делитесь, елочка, лай-май, мороз, снежок, укрывал, смотри, не замерзай. Хорошо, дальше. Друзишка, зайка, снег, вокруг не скакал, порою волк, сердит и волк, мною пробегал. Нет. Это в конце. Нет. Чу. 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 Красное слово. Снег полез часто, то, что полозили скрипит. Торопится, бежит. Рекомендую вам запомнить этот образ. Махомога лошадка. Он очень пригодится. Везет лошадка дробник. Дробник мужичок. Срубил нашу елочку под самый корешок. Вот она, наверное, на праздник нам пришла. И много радости детишкам принесла. Отлично. Ну, дети, конечно, поют сокращенную версию. Мы с вами можем теперь полностью все отвлечь. Ну, а зеркало, соответственно, отвечает. Сейчас попробуем мужской звук. В пустыне попирал дубок, дубок в пустыне чар. Весной осень кривенький в коричневых тонах. Весной осень кривенький в коричневых тонах. Сам ему стихи читал. Подъем дубок, вставай. Остной лесок раскатывал, давай позагорай. Остной лесок раскатывал, давай позагорай. Отважный лев, зеленый лев, над дубом пролетал. Частенько красный верблюд головом проползал. Частенько красный верблюд головом проползал. Пустынью разбеженной на спинках рельс стучит. Креветка сиволапая неспешно тормозит. Как на самом деле в маленьком Никермане победило это страшное кривое зеркало, вы узнаете, когда посмотрите этот спектакль. Если произойдет какое-нибудь чудо, мы сюда его повезем. Вот. Этот спектакль интересен взрослым и детям, и, в общем,
у каждого там есть свой слой, которому он радуется. Вот. Ну и в качестве последней песни в первом отделении, тоже песня из этого спектакля, старая-старая песня, которую я долго не знал, куда ее пристроить, а вот она взяла и Как не помочь, здесь песен нельзя добрать.
по водокачке обходили, как возможно. А вышли через белые плечи, пригорели по столу. Зеленого цвета дрова окрепит угорить. Недобро сердце пропадал до рассвета, иногда умел играть на скрипке. Ай, ты умел играть на скрипке, волнованными ночами. А ты безумными ночами чару замечал. Ай, ты накрапывал дождь, куда вопить. А ты единственный оттуда подмигивал мне окна. Я помню летом месяц на ограде стук за буквой «Е» через сень. Вот эти его смешали гладить, но суббота и воскресенье. А ты ребёнок гладить хорошей сны шерсти мягкими тенями. Если когда-нибудь, опять же, получится так, я приеду сюда еще раз не один, а в составе, например, дуэта. Я это отдельный музыкальный проект, дуэт с прекрасной певицей Евгенией Славиной, который называется «Ойфенвек». В переводе с языка «Иниш» это означает «на дороге». Когда-то давно, в 2005 году, мы как бы так начали работать вместе, и у нас появилась первая песня, первая программа по еврейским песням. Мы пели на идиш, на русском, на уральском, на иврите. Вот потому что дороги этой самой еврейской песни, они очень-очень широкие. И очень много существует различных выражений этой культуры. Может быть, когда-нибудь придем сюда, и вот вы все это услышите. А может быть, мы сюда придем с другой программой, которая называется «Нездешняя пластинка». Это более поздняя программа, ей там всего 3 года. Она совершенно другая. Она по песне, которая есть в каждом из нас. Это песни из нашего детства. Они попадали в нас из пластинок, из радио, из телевизора. В общем, все, что звучало примерно там, в 50-е, 60-е там, годы. Далеко не все, что там звучало, конечно, можно петь. Но некоторые песни, они вот такие особенные, у них есть какой-то вот... Они встраиваются в наш генетический культурный код. И мы состоим из этих песен на очень большой процент, на самом деле. Если там начать какую-нибудь песню, там, не знаю, там, не знаю, то ее сразу все подхватывают. Сейчас, например, уже. Эх, катались мы с тобой, мчались вдаль с рекой, сыпались бумажные постарой. Все могут попеть эту песню, без исключения, потому что она часть нас. И вот огромный, полный программ, состоящий из таких песен, из здешней пластинки. Здорово думать, что вам ее вести и показать. Ну, это если все будет хорошо. Ну, а поскольку я тронул тему погружения в собственное детство, то я прочитаю стихотворение. У каждого почти человека в детстве был ковер сомнений. Вы помните такой ковер с оленей? Он был очень мягкий, такой бархатный, на ощупь. Черное там небо, такое, такие олени перед плавник выходят. Их было очень много самых разнообразных. В основном были олени. Потому что появились они благодаря тому, что Красная Армия, когда освобождала Европу, захватила несколько заводов вот с этими станками и с этими шаблонами. Она привезла их обратно в Советский Союз, и с тех пор эти станки работали много десятилетий, исправно производили все эти европейские шаблоны, ну, как наши.
И они висели в каждом году. Габелен. Да, была габеленовая техника, совершенно верно. Там на стене висит не габелен. Простой ковер советского мещанства, собравший электричество и тлен в одно неповторимое пространство, где по тропе, ступая между снов, под черным небом, днями и ночами аллеи из невиданных лесов проходят бирюзовыми ручьями. Та сторона подчинена теплу, за дальним лесом, в бархатной печати, горит ночник. Машинка на полу видна неподалеку от кровати, ботинок мой испачканный в руке, и мамин плед, и старая газета, и тень, что разлеглась на потолке от вечно непонятного предмета. Там никого, лишь детская звезда была и без конца, и без начала. Только Бог заглянет иногда, польет цветы, поправит одеяло, затем выходит в небывалый лес и ждет над голубыми берегами, как будто бы определяя вес моей души ветвистыми рогами. Белым щеком столько снега на душе накопилось, а вот этот шар, что выгнулся зят, цвета детства моего вместе с братом на торжественную ёлкину лапку его мама надевала когда-то. Начинается февраль и сухой, то ли снегом замело, то ли дым, колокольчик а вот шишку нам друзья подарили. Этот шар почти нисколько не весит, сверху зелень, снизу цвета кармина. Тебе было 9 лет или 10, говорила болью искр латиной. Эту елку мы ведь выбрали сами, и она от января староверца защищая нас худыми ветвями, все снежинки приняла близко к сердцу, подметая полустенки и полка. Только дальний угол мне не заметил, где иголки повстречались и голова, что живут там целый год меж паркетин. Разносят пиво, разносят пиво, гармонят песни, заедают сердце.
дальних углов. Представление начинает сестра на одном из столов. Вдруг в разливах ночи блеснул вечерний маяк, и капитан раздвигает стебель трубы. И облегченно видит он портовый кабак, берег своей неразумной судьбы. Очень плавно она снимает свои браслеты, и застежка ее простая упала, задевая стакан. И прикованы к ней все взоры, платье узор, пластины корсета, и в раскрытые местами створы вплывает бурый туман. Кому-то там за спиной обидно за нравные времена, а мне уже ничего не видно от своего окна. Якорь падает в море с грохотом, а капитан в шлюпке к туманному берегу мчится, бледный как смерть. Ибо ветер с берега к черту уносит туман, обнажая пустыню, мог твердить. Пытается вспомнить о чем-то важном, чем на его усилии он вступает обратно на траву. От прилива осталось кружиться, пена кружится, воздух влажен, и с плена вырваться кружится горе маленький краб. Прозвали его неумеха.
мудрость и его чудеса в решительности. И ругали его за тревоги детей, погиб, а после прогнали. Лет 15 уже с той поры прошло, затупилась зубила, сломалась кривое. На машинке стучат, как стучат, на машинке стучат, как стучат. Ходит Порше туда и обратно. Подвести электричество не удалось, и работает все до сих пор на навоз. А что делать? А непонятно. А что делать? Ты не Забудь не то Ивановы, не то днем рыбака, приспичило
дело в малютке Джейн для бабушки своей. Собрать не суеты, тем порадовать слегка. И вот она в глухой чищобе смотрит, где растет калина там малина, но в лесу уже темно. Ах, бедная малютка Джейн, куда тебя несет? Сезон грибов и ядов уже кончился давно. Внезапно длинная стрела вонзилась в ствол над ней, и где-то сверху не поймешь, без гиенит надут. Послышался ужасный треск поваленных ветвей, и пред ней явился вдруг красавец Робин Гуд. В колчане 10 стрел на 10 ветрах торчат, и рук его ужасный из травы не плюща свит. Он статен и хорош собой, глаза его горят, но плащ и маска Бэтмена немного портят вид. Скажи, прелестное дитя, повел он речь свою, кто смеет обижать тебя и помогать с тобой? Врагов твоих презренных я на день изгнаю, а если заблудилась ты, я компас взял с собой. Ужасно удивилась Джейн, какая же фигня, каких врагов нашел он, кроме духов и чертей? Во всей округе проживает лишь ее родня, а этот лес известен ей еще с молодых ногтей. Держись, держись, малютка Джейн, мог видимо из тех, которым, как известно, во всех довести ништяк. Кто пишет ночью на амбарах вдоль дорожных век, проснитесь, отмечай, ваш король совсем дурак. Но нет, что убежать подальше от бандитских чар. Пойди сама попробуй от такого не сдурей. Ах, принц, за мой год сот турецкий янычар. Дракон, две коровы, так спаси меня скорей. И Робин Гуд повел малютку Джейн к себе в нору, довольно предвкушая, как он там ее спасет. Но тут навстречу бабушка вышла на его, неся в руках гостинцы и какой-то банки мед. И Робин Гуд красавец в игре, оживший миг, внезапно побледнел, как полотно исполз с лица. Схлопнули ужасными, шериф, 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 умчался в темный лес, если простыл от молодца. А бедная малютка Джейн не очень долго сбилась, немножко попинала свою матушку и мед, но очень скоро они с ней обратно помирились, как у восточных варваров справляет. Так. Ну, поскольку заявок больше не было. Почему? Почему? Железная сказка. О! А, круто. Хорошо, есть. Сейчас там вспомни железную сказку. Как-то садок на такси шофёр достает железный ключ. Из-под ног достает железный лак и железный замок открывает ключом. Помогает вечером и достает из лака певица две отвертки и шуму. Yes, please.
А что это? Сейчас я тему просто... Нет, это я помню. Это про Гарсона песня. Да? Да. А какие-то слова ты еще помнишь? Нет, я вам пытался вспомнить, но это будет минут 10. Давайте на следующий. Как раз мы уже близимся к завершению. Может быть, я попаду случайно в эту зарядку. А если у нас осталось 10 минут, то что же можно спеть? Боржу. Кого? Боржу. Боржу? Да, да. Боржа? Это, конечно, лучше, если бы она показывает ее в составе спектакля «Гефилтелит». Это она там очень хорошо сидит, эта песня «Боржа». Нет, давайте лучше что-нибудь такое серьезное споем. Как раз у нас две песни остаются. Я вот, пожалуй, вот это спою. Это песня, которую я написал на стихи прекрасной Али Кудряшевой, известной в интернете как «Изюмыч». Называется песня «Я работаю в солнечной батарее». Я работаю в солнечной батарее, я в кармане оранжевом солнце греет, чтобы оно на небо зашло скорее, часа на пушке заснувших ли. Много запасов меня обучает, и его ключи отвечают. Солнце бросит завтра и выпить чай, бросит прямо внутрь его больницы. Солнце так одиноко ходить по кругу, нашло, понимаешь, себе подругу. И ему все равно, что любовь, что роль, болтать было только о ерунде. Его несу осторожно очень, ведь оно непоседливо, между прочим. И все время прыгнуть хочет ночью, чтобы повсюду случился день. Я работаю солнечным ночением, я кормлю его по утрам печеньем, а потом усталый порой вечерний, я ему чумазую спинку дру. Когда при всех привесить пять, я отбываю солнце до света, ведь все заметят на солнце пять. Многим это будет не по утру, но потом постепенно солнце взрослеет, в переходном возрасте жарит свет, и багровым вином по ночам моим порой забывает прийти никого. А приходит горячая, как жару, говорит, что я ему не ровня, не родственница, я ему покроет, и что быть ему неприятен мой. Понимаю, я в общем сам отдан, я всем прихотом солнечным потокам, а оно мне в сердце очень втыкает, что добро, а мне так тепло в груди. Покричит это змея на сне обмани, потом тихонько к себе маман, и заснет спокойно в моем кармане, и я буду бояться его будить. Я работаю в солнечной батарее, рассвет и прохладный восток сеет, воздух пахнет листьями сирени, и пора уже открывать карман. И держу карман шире, чтоб было проще солнце сонный нос, на ватой рощи, потом восходит над тихой рощей, рассыпается искрами мадама. Что-нибудь, 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 что-нибудь
срочно вот эту минуту. И у меня к вам есть последняя просьба. Это, ну, вот у меня еще будут еще концерты. Здесь еще будет концерт в Киеве.